Здравствуйте, я приветствую вас на своем канале. Меня зовут Ольга. У нас сегодня расклад на тему «Новые отношения». Да, давайте посмотрим, с кем сведет судьба, кто идет навстречу по вашей дороге жизни. Итак, мои дорогие, у нас сегодня очень интересная колода. Колода «Цыганское таро». Очень классная, очень яркая колода. И есть в этой колоде карта бланка женщины и карта бланка мужчины. Итак, в произвольном порядке мы вкладываем в колоду эти карты и посмотрим, что нам покажет Таро. Настраиваемся на гадание. Если вы слышите в начале расклада, что информация о вас интересна вам, резонирует с вами, смотрим. Нет, выбирайте, пожалуйста, другое видео. Итак, для начала мы ищем, да, вот колоде, вот эту карту бланку женщины, карту бланку мужчины. И посмотрим, в каких энергиях вы выйдете по отношению друг к другу, как завяжутся ваши отношения, что привнесут в вашу жизнь. Итак, карта бланка женщины и мужчины. Давайте посмотрим. Так, мужчина вышел. Мужчина вышел. Знакомство ваше произойдет через каких-то друзей, через знакомых. Вас кто-то познакомит, возможно, мужчина, возможно, какой-то друг или сотрудник, человек, с которым у вас общие интересы. Смотрим дальше. Женщина. Вы смотрите, какая женщина у нас яркая вышла. Эта женщина ждет своего мужчину по судьбе, судьбоносного человека для себя. Определенно уже знает, чего она желает в жизни, и ее уже не обмануть. Эта женщина умудрена каким-то своим личным опытом и вообще такой женской мудростью и женской магией. Очень интересная личность, очень харизматичный человек, темпераментный. Она высказывает свои эмоции, она высказывает свое мнение. Она человек отзывчивый и добрый, но на какую-то обиду никогда не промолчит. Отстаивает свое мнение, свое видение и свой интерес. Человек, который приходит на помощь, но всегда, знаете, как-то не дает плевать в душу, не дает себя обидеть, обмануть. То есть эта женщина в себе очень даже уверена, очень, знаете, человек, который ценит свою внутреннюю свободу и не позволяет какого-то гнета над собой. Очень интересная личность. И вот действительно, да, женщина, которая не разменивается, она дает шанс, она дает возможность, но она не разменивается на какие-то легкие отношения. У нее есть момент, да, я знаю, чего я хочу в своей жизни. И вы знаете, да, эта женщина желает человека, которого что-то есть за спиной, то есть человека материально устойчивого, человека, который имеет какие-то интересы, возможно, имеет какие-то хобби, который как-то сосредоточен на каком-то заработке, да, то есть человек, который уже устойчиво стоит на ногах. Почему? Потому что на сегодняшний день эта женщина готова к серьезным отношениям и рассматривает мужчин, которые подходят для нее для серьезных отношений. Давайте посмотрим еще, да, давайте посмотрим ваше состояние сейчас.
ваше состояние сейчас. Есть очень много мыслей, и вы знаете, да, я не скажу, что эта женщина, знаете, как-то злопамятная или мстительная, но она все помнит. Она все помнит, и здесь идет момент, я могу простить, но вот забыть я не могу. Какое-то вернуть доверие этой женщины очень тяжело. Это касается как и друзей, подруг, сотрудников или мужчин, да, с которыми отношения, это касается всего. Это человек, который доверяет и является очень классным другом и очень таким, знаете, отзывчивая эта женщина. То есть она придет на помощь, если ты позвонишь ей 3 часа ночи, и она, возможно, в какой-то момент готова и последнюю рубаху снять, дабы тебе помочь. Но если ты на ее добро отвечаешь, вот знаете, как-то плюешь и топчешь в душу, да, это все, это конец. Этот человек от тебя закрывается навсегда. Раз и навсегда. Вообще эта женщина очень интересная. Присуща в ней некая гордость. И да, желание некой стабильности. Вот ей, возможно, этой стабильности сейчас не хватает. Возможно, какой-то помощи и поддержки не хватает. То есть я вам скажу, что да, любовь здесь безусловно важна. Потому что этот человек, она очень темпераментна. Она живет эмоциями. И да, любовь, она украшает и эту женщину, и жизнь вообще. Но на сегодняшний день, вы знаете, она как-то вот рассматривает ситуацию под таким углом, хоть бы не влюбиться, да, вот в проходимца какого-то. То есть где-то она очень осторожно и свое сердце закрывает. Она желает вот все-таки стабильности, и, возможно, именно материальный вопрос, да, он важен. То есть мужчина, который чего-то достиг, чего-то добился, имеет какие-то амбиции, имеет какие-то желания, рвения вперед, вот такой мужчина ей нужен. Мужчина, с которым она будет строить свою будущую жизнь, да, то есть она уже настроена на очень серьезные отношения. Как-то терять времени в легких отношениях она не желает. Ощущение, это уже было, я вот это уже прошла, да? Я этого уже не хочу, этот урок уже был в моей жизни. Это уже где-то записано, да? Я это уже помню, я это уже знаю, я уже это проходила. Эта женщина очень хорошо разбирается в людях. Она прислушивается к своей интуиции, она, знаете, как-то в тесном контакте со своим вот этим, знаете, энергетическим, магнетическим вот этим состоянием внутренним. Здесь женщины, ну, у нее есть способности. Для кого-то это может пройти очень четкая интуиция, и эта интуиция развивается, потому что она ей доверяет, и эта интуиция развивается. А для кого-то может пройти, да, какие-то и сны очень интересные, очень важные, которые дают подсказки, да. И нужно уметь как-то это прочувствовать, подсказка это или просто, да, уставший мозг работает, уставшее сознание. Ну, давайте посмотрим еще на эту женщину. Покажись нам, да. Я вижу, что о вас кто-то думает. Есть мужчина, который вот вами очень сильно заинтересован, очень. И где-то он завис, он как бы думает, да, вот о вас, все время думает о вас. Вот есть такой мужчина в вашем окружении. Сказать, что это тайный поклонник, вот это мужчина, который... А что, кто ты, да, кто ты? Прям так думаешь много о ней, кто ты? Вы остро к нему относитесь, к этому человеку, а он о вас вот думает, да, то есть вы где-то от него закрываетесь. Вы считаете, что он не может вам дать то, что вам нужно что-то иное. То есть здесь за женщиной может кто-то ухаживать, или, например, вы знаете, что вы ему нравитесь, но это еще ни о чем не говорит, да, я много кому нравлюсь. Но дело в том, что вы, возможно, не видите, вот, что этот человек может вам дать то, что вам надо, то, что вам нужно. И сколько бы он за вами не ухаживал, как бы он там за вами не ухлёстывал, потому что я вижу, что это какая-то, вот, возможно, уже длительная история, да, что этот мужчина вот вас не выпускает из поля своего зрения, но вы как-то желаете перемены. Желаете какого-то чего-то иного, да, чего-то большего, потому что этот мужчина, он не может вам дать то, что вам нужно. И где-то вы
возможно, отстраняетесь от этого человека. Но вижу, что есть мужчина, который действительно в вас влюблен. Возможно, какие-то отношения из прошлого, и вот как-то человек все-таки вас не может отпустить, да, он чувствует вот это обеднение, оскуднение своей жизни без вас. А вы пошли дальше. Я вижу, что этот мужчина, возможно, где-то и следит за вами, в каких-то соцсетях, он как-то нет ему покоя, понимаете, время идет, а он забыть вас не может. И понимает, что со временем его жизнь все скуднее, все беднее без вас. А вы как-то двинулись дальше, да? Я хочу чего-то лучшего, я хочу, чтобы была некая вереница прекрасных событий, чтобы для меня были открыты новые возможности, да? Ну, покажи нам еще эту женщину, покажи нам ее. Да, ну я хочу, понимаете, чтобы в мою жизнь вошел император. Сильный, важный и человек, стоящий в моей жизни, который будет вот рядом с которым я буду императрицей, то есть, да? То есть где-то реализованной, как женщина. Да, да. Я думаю о будущем, то есть я хочу реализоваться рядом с императором, рядом с сильным человеком и быть вот этой императрицей рядом с императором. То есть я хочу серьезных отношений. Вот этот мужчина, который вот там засматривается за вами, да, и возможно, ну вот никак не может вас выбросить из головы, вы понимаете, что он вам этого дать не может, да, он не может вам дать той перспективы на будущее, потому вы от него отстраняетесь. И желаете в своей жизни, знаете, у меня слишком много планов, и у меня жизнь всего одна, да, и жизнь у меня одна, и молодость, и красота, и у меня все одно, да, и одна возможность эту жизнь прожить, и я хочу прожить ее наилучшим образом. И вот те, кто, кому я там нравлюсь, кто там в чем-то заинтересован, это меня мало волнует, потому что мне нужен серьезный статусный мужчина для серьезных отношений, вот и все. Но вижу, что женщина очень интересна. Она умеет удержать внимание мужчины, она умеет зацепить, она какая-то, вот я бы сказала, свободна очень в общении, да, с мужчинами, но не подпускает к себе близко, создавая вот это, знаете, такое желание прикоснуться к тому, к чему прикасаться нельзя, да, вот это такой запретный плод, запретная женщина, запретный какой-то такой, такая энергия вокруг этой женщины, безумно притягательная, но в тот же момент есть некая стена, некая грань, да, которую приступать не позволено. А это мужчина очень сильно будоражит. Я вижу, что эта женщина имеет мощнейший энергетический магнетизм такой женской энергии. И это, безусловно, мужчин сильно притягивает. Ну вот такая вот женщина у нас сейчас интересная. Давайте посмотрим на мужчину. Давайте посмотрим на мужчину. Вы знаете, человек слова, человек, который не бросает слова на ветер. Мужчина, не бросающий слова на ветер. Может находиться в каком-то движении. Очень много времени он занимается работой. Много работает этот мужчина. Покажи нам его, какой он. Этот мужчина может любить. Этот мужчина умеет любить. Да, он желает любви в свою жизнь, искренней, чистой, где-то его сердце очень даже не избаловано. И сказать честно, мало у него вообще, знаете, отношения, возможно, были, да, и не одни, и разные очень, но сердце абсолютно не избаловано, сердце, оно открыто к новым чувствам, к любви. И вообще этот человек в вашу жизнь может привнести вот такую, знаете, некую момент и искренности, а когда человек полностью отдается чувствам, полностью отдается одной единственной женщине. Этот мужчина верный. Этот мужчина, который умеет, не просто умеет любить, и у него куча женщин. Здесь идет некий момент какого-то, возможно, истосковавшегося по нежности, по ласке женской, сердце. И именно этого он желает.
И этот человек отдается вот всю свою любовь этой женщине, да, то есть если он в паре с женщиной, он отдается этой любви на 100%. То есть он уже не ищет что-то по сторонам, этот человек вот создает пару, и он желает вот эту пару создать, вот такую, да, когда единение с женщиной, когда настоящая любовь с женщиной. Этот мужчина очень в себе даже уверен, устойчиво, он стоит уже на сегодняшний день на ногах. Он как-то вот прямо, знаете, какая-то вот острота в нем присутствует. И некий момент одно, да, если этот мужчина покупает, знаете, машину, это новая машина, почему-то вот идет момент, я выбираю самые лучшие, да, я беру самые лучшие, и мне много не надо, мне нужна одна вот та машина, но самая лучшая. Вот так же и женщину, да, я выбираю одну, но которая мне максимально подходит, которую я люблю, да, я выбираю одну женщину, чтобы ее любить. Выбираю одну, чтобы любить по-настоящему, чтобы любить всем сердцем, чтобы отдаваться этой любви. Это очень верный мужчина, девочки. Может пройти момент, да, что вот жизнь длинная, и разные бывают ситуации. И, возможно, в его жизни и были отношения, и были не одни отношения. Но этот человек, он вот если он входит в отношения, да, он любит свою женщину, он как-то предельно честен. Да, этот человек бывает островат. Да, он очень целеустремленный, он может быть таким карьеристом, человек, который вот на чем-то сосредотачивается, где-то через меру, да, он как-то, возможно, упертый, да, и может как-то вот он движется прямо в этом направлении, да, который он выбрал. Я вам скажу, что этого мужчины очень какие-то цели большие, да, он желает многого достигнуть, он желает многого добиться в своей жизни. И любовь это некий момент, да, необходимости. Как-то я выбираю женщину, чтобы ее любить. Он не смотрит на какие-то богатства женщины. Он не смотрит на какие-то моменты, да, он выбирает женщину, чтобы ее любить по-настоящему, одну единственную. Очень классно. Давайте посмотрим еще на этого человека, на этого мужчину. Да. Очень может пройти момент, что мужчина имеет дело с какими-то документами. Для кого-то это может пройти какая-то юриспруденция, он может работать на какой-то фирме. Хорошая должность может здесь проходить, да. Возможно, все-таки король мечей – это человек, который может носить форму, может быть при какой-то вот такой, знаете, должности, при службе. Возможно, это сейчас, вот на сегодняшний день ситуация такова, потому что он более в энергиях идет финансовых. Он более в энергии денег, да, то есть деньги ему идут, он умеет их заработать, он умеет их приумножить. Этот человек, вот он, знаете, рисковый где-то, он риска не боится, да, но он очень хорошо все продумывает, он все обдумает, он все продумает, он взвесит все риски, да, и только тогда он принимает какое-то решение, действительно, это решение взвешенное. И четкое, да, то есть оно идет к какому-то реальному хорошему результату. Этот мужчина в нем, в его энергиях есть некий момент финансов, есть некий момент, умеет договориться с людьми, умеет как-то, да, вот извлечь для себя пользу в финансовом плане, то есть какие-то вот именно в финансовом плане есть такой момент. И я вам скажу, почему-то мне идет вот такая, знаете, некая перемена. То есть, возможно, на сегодняшний день человек как-то задействован, какое-то оружие, да, ну вот что-то такое может проходить. То есть, этот человек может носить форму, может носить деловой костюм. Он работает головой. Эта ситуация, которая вот сейчас в его жизни, она будет иметь перемену, потому что ему дальше идет некая финансовая большая энергия, да, то есть не мечевая, а финансовая. Возможно, этот человек сменит работу, да, возможно, вот какая-то вот ситуация в мире, да, в стране могла так вот как-то
изменить, да, некое направление его. И потому он сейчас выходит вот такой, таких мечевых энергиях. Но вообще-то у него больше идет энергия денег. Вообще-то у него больше идет некий момент дела с деньгами, да, возможно, какая-то торговля, какие-то договора, потому что этот человек умеет общаться в каких-то деловых кругах. Мне больше идет, да, что вот именно финансовая энергия и какие-то договора, работа головой. На сегодняшний день почему-то вот он выходит в мечевых энергиях. Очень может быть, что так просто складывается ситуация. Но она изменится, будет переход, и устаревшие уйдет, и будет что-то новое. Очень может быть, что этот человек сменит работу, или изменится как-то вот ситуация существенно, и начнется что-то новое, да. Он сейчас на пороге обновления, на пороге того, что в его жизнь приходит что-то новое. Возможно, этот человек задумывается какое-то свое дело открыть, да, или сменить работу. И эта возможность будет, и эта ситуация в его жизни полностью проиграется, потому что ему идет некий финансовый потенциал, финансовая удача в его жизни. У него с финансами будет все очень хорошо. Давайте посмотрим на сегодняшний день, что у мужчины с финансами. Что у него с деньгами? Покажи, что с деньгами у этого мужчины. Я вам скажу, что по восьмерке посохов деньги очень быстро идут в его жизнь. Очень быстро, стремительно. Этот мужчина действительно умеет заработать. Какая бы ни была ситуация, чем бы он ни зарабатывал, да, чем бы он ни занимался, деньги очень быстро приходят к нему. Но идет вот такой момент, да, так как сейчас будет перемена, будет обновление, будет что-то новое, будет какой-то прорыв финансовый, и вот эта какая-то вот ситуация, почему-то мечевая, она в его жизни заканчивается. Но мне прямо идет, что это может быть связано с какой-то ситуацией в мире, в стране, да, вот какая-то. Возможно, есть какие-то вопросы у него по работе сейчас. Но они будут решены. И этот человек, вот он переходит совсем в другую какую-то сферу. В совсем другую сферу, да. Идет такое вот обновление в его жизни. Девочки, у него с финансами не то, что хорошо. У него просто круто. Потому что идет момент, что к этому человеку будут идти. Понимаете? К нему будут идти. Даже за советом каким-то. Это человек, который не то что... Он знает, как заработать деньги. Он знает, где их заработать и как их заработать. Это не то, что вот человек не видит какого-то пути, не видит какой-то возможности. Нет, здесь и возможности идут. И здесь и мужчина такой хватки, который идет напролом, который идет к своему, да, к своему желаемому. Ну да, вот денежка в руках. Деньги, 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 девочки. Вообще с финансами очень хорошо. Этот мужчина не то, что может своей женщине, своей семье, да, какие-то условия создать. Это больше, чем среднее, да. То есть это больше идет к богатству. И это богатство, оно будет нарастать, это будет приумножаться. Я вам скажу, что этот человек, вот семья для него это очень ценное, это очень важное и очень ценное. И здесь даже идет некая поддержка, да, вот семьи в его делах, в каких-то его начинаниях, продвижениях, здесь мощная поддержка семьи и рода у этого мужчины. И здесь идет вот четкие понятия, да, женщина одна, женщину чтоб любить. И род, семья для него очень важны. Очень у него хорошие отношения с родителями, с семьей, вот с близкими. Здесь очень такие крепкие узы, да, вот в семье. Ну, давайте посмотрим, как этот мужчина вообще будет к вам относиться в отношениях, да, вот какие отношения с этим человеком можно построить. Какие отношения можно построить. Этот человек действительно мечтает о новых отношениях. И я вам скажу, что рядом с ним вы сможете реализовать свои мечты, свои желания. Этот мужчина очень, знаете, и там невозможно отношения загнать, и любовь этого человека загнать в какие-то рамки. Они выходят из всех рамок. Этот человек своей женщиной очень будет дорожить.
Вот в отношениях с вами, да, она моя мечта, она моя звездочка, да, это женщина, с которой я хочу длительную дорогу вместе. То есть отношения здесь будут очень такими длительными и серьезными с этим человеком. И здесь идет вот такой момент. Этот человек будет ревновать вас всегда, всю жизнь. Это будет красивая и приятная ревность. Это будет такое вот притяжение этого человека. То есть это ревность от любви, а не от своих каких-то комплексов и неудач в жизни. Это будет ревность, но ревность от любви. Этот мужчина, знаете, наполнен таких мужественных энергий, и его женщина, да, для него самая красивая, и всю жизнь он будет замечать, да, что на вас вот смотрят мужчины. Сколько бы ни было лет, какой бы ни была ситуация, его женщина самая красивая, самая лучшая. И где-то здесь идет момент украшать свою женщину, да, вот как-то дарить, возможно, ей что-то, вот украшать свою женщину, делать еще красивее, еще, да, лучше, где-то создать условия для своей женщины, чтобы она цвела, чтобы она становилась все краше. Я вам скажу, что да, с этим человеком вас ждет рассвет. С этим человеком вас ждет, знаете, когда женщина цветет от той любви, от той энергии, которую в нее вкладывает мужчина. Где-то эта женщина будет вот рядом с этим человеком более расслаблена. То есть какие-то вопросы действительно будет решать мужчина. Что где-то эта женщина в этих отношениях будет немного беззаботна, да, витающая в своих мечтах. Потому что здесь идет момент, что какие-то острые вопросы этот мужчина будет брать на себя. И позволит своей женщиной быть птицей. Быть где-то, да, прекрасной, поющей, украшающей жизнь этого человека. Давайте посмотрим дальше. Итак, как вы познакомитесь с этим мужчиной? Вот сразу мне пошла информация, что это знакомство через кого-то. Очень может быть, что вас кто-то представит друг другу, да, познакомит вас. Это могут быть ваши общие какой-то круг общения, друзья, да, люди, которые так или иначе связаны вот с вами, да. Здесь я не сказала бы, что... Здесь даже и может пройти знакомство в соцсетях, но оно все равно будет связано с кем-то. То есть какая-то новая сотрудница, да, вы записали ее номер телефона в свой телефон, и вместе с ней добавляются еще, да, какие-то контакты. И вот в таких контактах вы можете, да, вот как-то с этим человеком состыковаться. Да, вот ему понравилась ваша фотография. И мужчина начинает проявляться, потому что здесь у нас, вот сколько мы на него не смотрели, нет в окружении, да, в его жизни сейчас нет женщины, которой у него есть чувства. Он свободен, его сердце открыто, да, он желает любви. Давайте посмотрим. Все же, да, как вы познакомитесь с этим мужчиной, как познакомитесь с этим человеком. Ну, я вам скажу, что, конечно, идет момент, опять эта карта вышла, вот она действительно предназначена вам, эта карта вот влюбленные. Это очень, знаете, нет у мужчины, да, что вот он ходил, бродил, и вот какие-то мысли его настигли, что вы ему нравитесь. Нет, это будет вот при первой же встрече. При первой же встрече это будет вот такое притяжение, ощущение, да, что это моя женщина, что она вот мне безумно нравится, что все, да, уже другие женщины лишь тень, вот только она мне нужна, она мне просто необходима, да, без нее уже невозможно. Вот первая же встреча, да, как-то расставит все на свои места. И вот это желание, да, влечение к вам. Мужчина будет очень активно действовать в вашу сторону, очень активно. Первая же встреча, вы очень ему понравитесь, даже если у вас будет какая-то переписка, какой-то момент знакомства вот в соцсетях, да, встреча ваша, она расставит вот все на свои места, потому что, ну, притяжение будет просто очень сильное. Ну вот просто по старшему аркану влюбленные эти люди. Вот встречаются, понимаете, и просто вот как падая вот в облака, вот падают они вот в этот старший аркан влюбленные.
Это какое-то понимание, да, что это вот мой человек, что это притяжение, что это вот несколько часов какого-то разговора, когда не можешь оторваться друг от друга, когда не можешь расстаться, когда вот хочешь, желаешь слышать голос, желаешь видеть глаза, желаешь наслаждаться этим человеком. Это все, вот это все оно будет. Сказать, что это любовь с первого взгляда. Это притяжение вот такое, да, возможно, в каком-то моменте судьбоносное притяжение. Ну, возможно, не с первого взгляда, с десятого взгляда, но здесь есть такой момент, что оно будет молниеносным, оно будет как молния, да, вот в вашей жизни. Вот все течет в себе, да, и ничто в жизни, возможно, не предвидит какого-то шторма, урагана. И появляется этот человек резко, внезапно в вашей жизни. И действительно, вот это как гром среди ясного неба, очень неожиданно, но, возможно, этой грозы вы уже очень долго ждете, вот этой надвигающейся грозы. Ну давайте посмотрим вот этой надвигающейся молнии, да. Да, здесь идет момент, что друг какой-то будет, знаете, причастен к вашему знакомству. Вот какой-то друг будет причастен. Давайте посмотрим еще. Знакомство, да. Очень это знакомство, это какая-то точка нового отсчета. Это точка, с которой начинаются перемены. Перемены вообще в жизни, да. То есть здесь идет какой-то момент, вот действительно молнии, неожиданности, перемены, резкого, да, смена маршрута, резкого вообще поворота в жизни. Вот это все, оно вот здесь есть. Я вижу, что, конечно, между людьми очень сильное притяжение. Очень сильное. Давайте посмотрим еще ваше знакомство. Да, да. Вот вы знаете четкое ощущение этого человека, что у меня есть чувство к этой женщине. И именно ее я и искал. И я готов, да, поменять вот свою холостяцкую жизнь, свою свободную жизнь, свою такую независимую жизнь. Я готов поменять на любовь, да. Я хочу этой любви, я готов к этим отношениям. Я, возможно, всю жизнь шел в направлении к этой женщине и искал именно ее. Вот встреча ваша, конечно, будет очень яркой, очень красивой и запоминающейся, очень романтичной. Возможно, эта встреча будет какой-то, да, вот невзначай, при которой вы назначите первое свидание, да. Возможно, ваше первое свидание будет вот таким очень романтичным. Но действительно идет момент, что все очень быстро закрутится, и эта встреча, она несет грандиозные перемены, да, вот судьба как-то вот меняет направление, да, потому что каждая встреча, она меняет наше направление. Ну, давайте посмотрим еще, давайте посмотрим дальше, да, давайте посмотрим первое впечатление этого мужчины о вас. Первое впечатление мужчины о вас. Давайте посмотрим. Да? Но здесь сразу вышел рыцарь чаш. То есть она мне безумно интересна. И действительно человек свободным и чистым сердцем в вашу жизнь. Этот человек не то, что это даже какая-то вот стосковавшееся сердце, я бы так сказала. Человек, который ждет эту любовь и который действительно будет ею дорожить, вот этой женщиной, вами, да, будет дорожить и будет дорожить этими чувствами, которые вот между вами возникнут. Первое впечатление о вас. Ну, излишние слова. Четверка жезлов и туз пентаклей. То есть счастливые отношения, да, вот рыцарь кубков. Четверка жезлов и туз пентаклей. Прошло, знаете, по всем мастям и показало, да, что да, эта женщина золотой билет, это счастье, это удача, это вообще, да, вот так вот в воздух подброшенная монетка, которая падает на землю золотым дождем. Вот это такая удача, да, и я желаю, да, искренне желаю отношений. Не просто встречи мимолетной с этой женщиной, я желаю отношений, потому что в отношениях с этой женщиной я буду счастлив. Я это точно знаю, что рядом с ней я буду счастлив. Давайте посмотрим ваше впечатление об этом мужчине.
ваши впечатления об этом человеке. Здесь идет момент некого, знаете, притяжения, конечно, безумно. Какая-то романтика, вот при первой встрече она безумно, безусловно, будет. И такое, знаете, притяжение сладкое между этими людьми. Женщина действительно идет, в Луна это вообще женская карта. И здесь, с одной стороны, идет момент некой осторожности, да, я где-то боюсь обмануться, я где-то боюсь ошибиться, я боюсь довериться. С другой стороны, такое притяжение, что ты с ним не совсем можешь справиться. То есть, в любом случае, я вам скажу, что вы об этом человеке будете думать, это точно. То есть, где-то, да, мне нужно подумать, мне нужно все расставить на места в своей голове, мне нужно, возможно, где-то время, да, потому что это прям такая вот неожиданность. И с одной стороны, я боюсь как-то довериться, да, не обманываюсь ли я, не ошибаюсь ли я, но с другой стороны, такое притяжение, да, когда ты просто вот смотришь и идешь, и сделать с собой ничего не можешь, да, то есть это притяжение, которое вот, возможно, невозможно объяснить, да, то есть это какая-то вот одна тонкая дорожка, но по которой ты все равно идешь. Вам очень будут льстить и приятные поступки этого человека. Очень. Это будет какое-то приглашение на свидание. Вот прямо мне идет некий момент очень романтичного свидания, встречи этих людей. И вот этот момент, да, вот, что мужчина создает эту романтику для вас, что вы чувствуете эту романтику. Одно, да, ходить с человеком, который тебе неприятен, да, под луной. Ну, луна, ну, красивая. Но я вот думаю, как бы мне ускользнуть, да, куда-то убежать. Совсем другое, когда ты находишься с человеком, который тебе интересен, в какой-то романтичной обстановке, да, и ты видишь все по-другому, да, ты воспринимаешь все по-другому. И вам будет очень приятен тот момент, что этот мужчина создает и чувствует вот эту романтику рядом с вами. Будет какое-то очень красивое свидание, просто незабываемая встреча. Встреча, которую будете вспоминать, которая является вот точкой нового отсчета, какой-то перемены важной в вашей жизни. Давайте посмотрим еще ваши впечатления. Да? Этот мужчина будет вас добиваться. Он будет вас добиваться. И что я вот хочу заметить. Да? Здесь женщина, знаете, желает видеть рядом с собой короля Пентаклей. То есть надежного мужчину, обеспеченного, знаете, такого серьезного. И здесь вы видите его таковым. Вы видите его королем Пентаклей. Состоятельным, сильным, устойчивым человеком. Этот мужчина вам очень понравится. Вам понравится его энергетика, и вам понравится его отношение к себе, к вам, да. И вам понравится ваше же ощущение рядом с ним. То есть вы с ним себя чувствуете нежной, красивой, женщиной, да, где-то завораживающей, где-то притягательной. Вот это, знаете, концентрация внимания на вас. И вы знаете, почему-то мне идет некий вот такой момент серьезности. То есть нет какого-то излишества с одной стороны, да, а с другой стороны вот некая серьезность, она чувствуется. То есть очень быстро вы поймете, что это человек с серьезными намерениями в вашу сторону. Очень быстро. То есть действие этого человека, здесь идет момент и цветов, и романтики, и красивых ухаживаний, романтичных очень встреч и свиданий. И вот вы видите в нем вот этого короля Пентаклей, которого вы желаете видеть рядом с собой. Человека, которого вы желали бы видеть рядом с собой. Давайте посмотрим дальше. Итак, как будут складываться ваши отношения? Как будут складываться отношения между вами? Как будут складываться? Ну, здесь идет момент, знаете, конечно, очень сильное притяжение, во-первых. Какая-то, знаете, действительно трансформация идет. Трансформация даже не так в отношениях, как вообще в жизни. Вы знаете, что после встречи с этим человеком у вас и в жизни пойдут какие-то вот очень качественные перемены. Это может быть какие-то перемены на работе, вообще в жизни, да. Вот идет момент некой легкости,
То есть что-то, какой-то вот, знаете, возможно, недостающей энергии мужской вот в вашем пространстве. Ну, давайте посмотрим еще. Здесь идет ситуация, что изменится. Изменится очень многое. Вот действительно, при встрече с этим человеком будут сожжены мосты в прошлое. Будут сожжены мосты, возможно, в какие-то прошлые отношения, да? Вот какой-то мужчина, который вот вокруг вас вертится, и вы, в принципе, да, ну, не знаете, скажем так, что вообще с ним делать, нужен вам он или нет. И вот какие-то вот резкие решения будут приняты, знаете, важные. Эти отношения очень быстро трансформируются в очень гармоничные, взаимосвязанные отношения, когда люди вливают друг в друга энергию, обогащая ее, обогащая энергию друг друга. И вообще у вас в жизни наступит период вот чистой воды. То есть вы как вступаете в чистую воду. Очень многое для вас станет ясно, понятно. И вообще куда двигаться, какие-то новые планы, какие-то новые вообще в вашей жизни будет происходить. Трансформации вообще по жизни будут идти. Но давайте посмотрим еще, как будут развиваться отношения между вами. Как будут развиваться. Ну вот этот император, которого вы ждете. Этот человек, да, который у нас выходил здесь. То есть этот мужчина будет очень гармонично развивать ваши отношения. И будет вести себя как император. Как мужчина, который вам действительно нужен. Надежный, сильный. Мужчина, который желает, стремится к чему-то. Который чего-то уже добился. Да, очень в себе человек уверен и устойчивый. Мужчина, на которого можно понадеяться. И этот мужчина безумно желает вас. Безумно желает отношений с вами. Да, вот, девочки, у вас с этим человеком будут очень серьезные отношения. Очень серьезные. То есть это не просто какое-то вот начало, да, и не пойми, что из этого выйдет. Это очень серьезные отношения и весомые в вашей жизни, которые несут качественные перемены к лучшему в вашей жизни. Многое станет на свое место. Многое. Как будут развиваться ваши отношения? Вы двинетесь в путь с этим человеком. И ваш путь приведет вас в десятку чаш. Вот смотрите, мы начинаем путь. Да? Мы начинаем путь. С императором в гармоничных отношениях мы начинаем свою дорогу. Мы где-то оставляем свое прошлое позади. Да? Вот по шестерке мечей мы сжигаем какие-то мосты в прошлое, да? И движемся вперед. К новым горизонтам, к новым людям, к новой жизни, да, вообще. Я вам скажу, что с этим человеком у вас может идти переезд. Это может быть не очень такой, знаете, для кого-то это может пройти и другая страна. Потому что идет момент, мы движемся в новое, и в этом новом мы в десятке чаш. Мы счастливы, мы в семье, мы вместе, да, мы любим, мы планируем свое будущее, мы планируем свое счастье. И идем к этому. Очень, знаете, такая ресурсная ситуация, ресурсный мужчина и ресурсная ситуация, который действительно... Человек, который действительно сделает вас счастливой женщиной, с которым вам все будет по плечу. И любые сложности, да, в конце концов, в ваших отношениях они приобретут вот эту десятку чаш, когда вы вместе наслаждаетесь любовью и наслаждаетесь счастьем. Вот такой вот у нас сегодня расклад. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если понравилось, буду очень рада. Всем спасибо за просмотр. Счастья, радости, взаимной любви. Всего вам самого лучшего. И до новых встреч.